Давай. Давай, хватай, тяжелая. Во. Аккуратнее только. И давали, и хватали, и дорожки подметали. С мусором боролись не коммунальщики, работники администрации. Можно сказать, что парк Пионерский – это закрепленная за ними территория. Сюда они выходят на апрельский субботник уже несколько лет. Сменив деловую одежду на рабочую, а кабинеты на улицу, бийские чиновники сегодня на деле доказали, что они способны решать городские проблемы не только сидя в кресле. Выйти на улицу с граблями и метлами эти люди не считают зазорным. Говорят, для них это трудовой праздник, а своим примером хотят призвать к активности и других бичан. Администрация традиционно наводит порядок вокруг своих зданий. Ну, всего у нас в администрации около 300 муниципальных служащих, плюс технический персонал. Ну, на субботники, потому что работа все равно продолжается где-то на различных объектах культурных, досуговых и так далее. Поэтому где-то процентов 80-85 всегда у нас принимают участие в субботнике. Я считаю, это трудовой праздник. Только в удовольствие выйти и убрать территорию. Ежегодно администрация города участвует в проведении субботника, в том числе и наш отдел. И для нас это просто удовольствие. И праздник, потому что я знаю, что завтра мы пройдем по нашей территории, будет радостно смотреть на наш, пусть маленький, но труд. Субботник работников администрации продолжался 2 часа. Некоторые чиновники признались, что после генеральной уборки в парке отправятся наводить порядок на своих дачах. Так что хозяйственный инвентарь этим людям в руках держать не впервой. А насколько у них ловко это получается, судите сами. За 2 часа мусором и сухой листвой они заполнили 3 грузовых автомобиля. Ирина Дубицкая, Андрей Огрызков, новости ОТН.